теледива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст почти 3 месяца назад стали родителями во второй раз. Однако радостное событие не спасло звездную чету от скандалов. Инсайдеры рассказывают, что сейчас у Ким и Канье не лучшие времена в отношениях. Якобы пара даже подумывает о разводе. Ни Ким, ни Канье никаких заявлений по поводу разрыва не делали, однако теледива перестала носить обручальное кольцо с внушительным бриллиантом, без которого обычно не выходит из дома. Папарацци подловили супругу дизайнера в Лос-Анджелесе, когда та шла к своему автомобилю из салона. Блогеры и журналисты тут же заметили, на правой руке селебрити больше не красуется то самое кольцо. Фанаты пары надеются, что красотка всего лишь забыла непростое украшение дома, а сплетники уверяют, в семье Кардашьян-Уэст все плохо. Ким Кардашьян показала трогательные снимки с помолвки. Канье сделал предложение возлюбленной в парке Сан-Франциско. Ким предалась воспоминаниям. Теледива призналась, что это был один из лучших дней в ее жизни. Уэст надел Ким на палец кольцо с бриллиантом в 15 карат ювелирного. По их мнению, все началось с того, как Канье начал писать в Твиттер бывшей девушке, актрисе Эмбер Роуз, грубые сообщения. Та, в свою очередь, дала интервью журналистам, в котором рассказала, что Уэст просто до сих пор не может ее забыть и поэтому не дает ей покоя. Инсайдеры рассказали журналистам, что после этого инцидента Ким ощущала себя подавленной и оскорбленной и неделю не пускала супруга домой. Позже знаменитости помирились, однако у Канье Уэста случился нервный срыв. Публично называет певицу Тейлор Свифт стервой, сравнивает себя с историческими деятелями и просит у основателя Facebook Марка Цукерберга многомиллионную сумму, чтобы сделать жизнь лучше. Все эти поступки беспокоят не только поклонников Уэста, но и его супругу. Ким собирается показать мужа психиатру, однако тот проблем со своим психическим здоровьем не видит и отказывается идти к специалисту.